Приветствую всех любителей природы. Меня зовут Наталья. По профессии я педагог. С 2011 года увлеклась наблюдениями за птицами. Это движение называется бирдвотчинг. И с каждым годом оно набирает все большую популярность в разных странах. Живу я в Восточном Казахстане, в городе Усть-Каменогорск. У нас очень красивая природа. Реки, горы, леса и поля. И несмотря на то, что я занимаюсь в основном городским бёрдингом, я постоянно удивляюсь многообразию наших птиц. Только представьте, что в городской среде я сняла 163 вида. Неудивительно, что мои первые впечатления от наблюдений за птицами были самыми яркими. В летнее время мои первые яркие впечатления были от наблюдений за семьей чеглаков, которые несколько лет гнездились возле моего дома. В зимнее время я наблюдала за птицами, которые прилетали ко мне на кормушку. Иногда слеталось около 14 видов, а самое удивительное то, что среди них были 3 вида дятлов. У каждого из них свой темперамент и привычки, за которыми я с удовольствием наблюдала в течение нескольких лет. За каждой снятой птицей стоит своя история, но особенно запоминаются самые удивительные и необычные встречи. Поэтому хочу отметить редких птиц для нашего города, которых мне посчастливилось увидеть. Каменушка – очень редкий залетный вид для Казахстана. Гуменник. Малая поганка, щеголь, степной орел, могильник. Свои первые наблюдения я фотографировала на простую мыльницу Canon PowerShot. Потом приобрела фотоаппарат Canon 550D, периодически меняя объективы с большим зумом. Со временем, наблюдая за птицами, я стала использовать и видеосъемку, так как именно видео позволяет запечатлеть интересные, а порой и необычные сюжеты из жизни птиц, да и не только. Сейчас свои видеонаблюдения снимаю на камеру Nikon Coolpix P900. С каждым днем расширяется круг моих интересов, и я снимаю уже не только птиц, но и все, что попадается в объектив моей камеры. Самые интересные сюжеты, снятые этой камерой, это орлан белохвост, бобер, малая поганка. От общения с природой получаешь такой заряд позитива, положительных эмоций, радости, что этим непременно хочется делиться. Видеоролики с фотоохоты я выставляю на своем канале «Радуйся каждому дню». И с удовольствием делюсь со всеми, кто на него заходит. Попробуйте и вы стать более наблюдательными, внимательно прислушиваясь к окружающим звукам природы. И вам откроется столько удивительного. Желаю всем удачи и восхитительных впечатлений!